Капли дождя блестят на моем окне в желтом свете фонаря, и все это очень настраивает на то, чтобы сесть поудобнее, устроиться поуютней и продолжить прохождение замечательной игры Final Fantasy IV, которую мы с вами ведем уже достаточно давно, и с каждой серией получаем все больше удовольствия от этой великолепной игры. Друзья, я вышел из мира Эйдолонов, и теперь есть быстрый способ снова туда попасть, который, разумеется, я сейчас вам покажу. Вот, с помощью одного из жителей мы телепортируемся сразу сюда, в Феймарк. Если я что-то здесь забыл, то у нас есть возможность сюда вернуться. Я осмотрел все, вроде бы не пропустили ничего. Посмотрите, пожалуйста, также предыдущую часть. Если что-то заметить такое, сразу говорите. Придем, все возьмем. Я потом еще тоже зайду, еще раз проверю. Потому что нам нужно пройти эту финалку целиком и полностью. Не только эту, а и все остальные, которые мы будем проходить здесь вместе с вами. Этими долгими вечерами. А теперь... Бороздя воздушные просторы подземного мира, мы двигаемся в еще одну пещеру, которая затерялась здесь, на северо-западе подземного мира. Интересно, что на эту землю нельзя приземлиться, друзья. Вот здесь будет хорошая гавань для нашего корабля. Давайте проведем одно сражение на этой земле. Вдруг здесь водятся какие-то особенные монстры. Вообще, на этой части... подземного мира свои монстры. Я уже здесь несколько сражений проводил и покажу вам непременно их бестиарии. Все эти монстры, которые сейчас есть на экране, уже попадались мне. Роза отлично дамажит новым луком. Я даже не спешу у нее снимать пока его. И выглядит она с ним классно. Он... немного больше ее роста. Вот. Тот самый лук Йойти, который мы в Феймарке взяли. И стрелы молчания. Давайте еще несколько сражений. Посмотрим новых Эйдолонов Ридии. Это всегда очень интересно. Асура делает что-то на нашу группу. Сейчас будем смотреть, что. А пока подлечим и заберем пищевой паёк у кровавого цветка. Обожаю Final Fantasy. Всегда немного печально, что игра в итоге закончится. Хочется играть бесконечно в эти прекрасные истории. Дары Асуры. Они дали защиту всей нашей группе. Так, и все же я хочу еще один бой здесь. Может быть, попадется Малбора. Ух ты. А вот это уже новый тип монстров. Совсем не зря мы начали здесь сражаться. Крисалис. Либо Крисалис. Посмотрим, как Левиафан справится с ними. Цвет очень приятный для глаза. У этих монстров.
Левиафан еще дольше, чем Асура кастуется. Но мы дождемся. Прилив. Супер. Классная анимация. Правда, не видно. Жаль, не прорисовали того, как он наносит урон. Либо же я что-то не досмотрел. Так. Надо проверить, какая у нас скорость битвы стоит. Все верно. Так, ну что же, еще один. Может, все-таки Малбара попадется. Нет. Молитва была первее, это отлично. Нас качественно замедлили, просто остался один Кейн. И вот до него дело дошло. Ну сколько опыта мы получим от этих монстров, я не обратил внимания. Совсем мало. Эдж получает 69 уровень. Сила и скорость ниндзи растет. Так, еще одна пещера. Самое время начинать. Пещера Силф. Чем-то напомнило мне дерево Ифы. Под нами движется какой-то поток, но что это? Не похоже на воду? Будем знакомиться с обитателями пещеры. С этими мы уже знакомы. Очень мерзко выглядят их щупальца на окончании хвоста. И они чем-то похожи на насекомое, которое называется уховертка. В детстве, когда они попадались, среди ребят нашего двора даже ходила легенда, что они пролазят в уши и начинают поедать мозг. Поэтому этих уховерток мы жутко боялись. Нравится мне очень цвет топора. Усесила. И щит у него супер. Так, здесь яд. Может быть, старый прием поможет нам. Да, Роза снова помогает нашим героям беспрепятственно исследовать недружелюбные пещеры подземного мира. Немного еще прокачивался, пытался выбить из дракона хвост, пока еще не выбил. Но давайте посмотрим, что думают наши герои, зайдя сюда. Нам стоит смотреть под ноги, и это действительно так. Идти здесь опасно, лучше воспользоваться левитацией. Прямой совет дается, можно даже, если не догадавшись, использовать полет, прочитать это в мыслях Розы. Не похоже, что здесь есть сколько-нибудь чего-нибудь. В этих проходах не остается места для маневра. Здесь кто-то есть? Почему они прячутся? Так, на второй этаж в любом случае еще очень-очень рано идти. Густые заросли и
Водопады. Все-таки да, это, наверное, вода. Но, возможно, и какая-то другая жидкость. Так, ну что, уже опустились. Перейдя на следующий уровень, да, пропадает левитация. Исправляем это. Роза у нас теперь тоже отличный дамагер. А вот там, где я прокачивался на драконах, Ридия иногда ударом плети этой новой лечила. Закономерности я еще не отследил, почему так происходит. Здесь ангельские стрелы и бестиарии. А вот тут секретный сундук. И как же до него добраться? А вот и Малбора. Я уже встречался с ними и изучал их, так что они есть в нашем бестиарии. Достаточно сильные. Удара уже не хватает. Так, ну, все-таки, может, пустите меня за сундуком? Либо еще не время. Видимо, что-то нужно сделать, друзья, чтобы мы могли туда пройти. А пока двигаться нужно далее. Тут нет прохода. Хорошо, что у нас есть Роза в команде, которая делает парение на наших героев. Я сейчас подумал, что если идти пешком по вот этой вот поросли, то можно провалиться в эту воду. Выглядит она весьма некрепко. Ну что, давайте посмотрим, что на втором уровне. Помню о том, что для первого уровня у нас еще нужно будет выделить время. Третий уровень. И сразу я увидел проход. Похоже, даже секретный. О, новый тип монстров. Ночной кошмар. Если бы я находился в такой пещере, то на месте героев думал бы о том, что нужно следить за тем, чтобы вход в нее стремительно не зарос, и эти заросли не поглотили нас полностью.
ночной кошмар пытается кошмарить всю нашу группу. Да, есть здесь такой проход, но рановато сюда, друзья. У нас еще второй этаж. Что бы мы без тебя делали, Роза? Еще новые монстры. Жаба-гигант. И жаба-ведьма. Хорошо, что по идее не прошло это. Эдж порадовался от души. Но пора помочь ему вернуться в нормальное состояние. Очень запутанная пещера, изобилует всякими проходами. И вот на одном из таких проходов, прямо на входе, поджидали нас монстры. Так, снова первый этаж. Снова нам нужен полет. Телепорт ли это или точка сейва? Давайте сначала доисследуем все, что можем. Потом посмотрим. Найдем ответ и на этот вопрос. Опыта дается совсем по чуть-чуть. И это побуждает пока что включить скорость боя самую быструю. Вот. Вот этот секретный проход к сундуку. Зачем же тут проход слева? Так и неизвестно. Роза. Будет ли эльфийский лук лучше? Нет, не будет. Да, оставайся пока с Йойти. Так, на метеор не хватает маны, и это очень неожиданно, конечно. В следующий раз хватит, благодаря Розе. Ух ты.
На Эджа сразу несколько статусов зловонного дыхания прошло, и он снова исполняет жабий танец, у него получается довольно неплохо. Наверное, после того, как его Роза расколдовывает, они вместе обсуждают, насколько неплохо у него получается его исполнять. Так. Все, тут похоже больше ничего. И у нас еще есть левое крыло первого этажа этой пещеры. Пещеры Силф. Барабан земли. Есть ли у нас такой предмет, друзья? Да, есть. И отлично. Отлично, ведь наша задача собрать хотя бы по одному экземпляру всех предметов, которые имеются в Final Fantasy 4. В конце посмотрим, чем увенчались наши поиски, что нам удалось собрать. Вверху было написано, если не ошибаюсь, спойте мне, мои красавицы. Мельком только увидел и уже надпись исчезла. Надо будет пересмотреть на прохождение, когда посмотрим прохождение. А теперь две жабы танцевали в унисон, еще и разных цветов. Это вообще станет темой вечера у костра, когда наша группа героев устроит привал и ночлег. Так, здесь еще выход на второй уровень запутанной пещеры. Сперва закончим с первым. Нужно выпить эфира. Риди, а то мы так тщательно его собирали и ни разу не использовали практически. Так, нет секретного прохода. Смотрите, есть еще вот туда вот выход. 1000 золотых и дом. Ну что же, осталось посмотреть, что это, телепорт или точка сейвпоинта. Да, здесь можно сохраниться. Давайте тогда устроим привал в этой пещере. Пусть наши герои вспомнят, как сегодня Эдж и Кейн танцевали жабьи танцы. И сохраняем игру. У нас уже 91 час и 28 минут игрового прогресса. Довольно неплохо. С новыми силами в новый путь. Продолжим его в следующей части прохождения. Я очень буду вас ждать. Не пропускайте ни одной из них, ведь проходить Final Fantasy так интересно. Увидимся!